Ну, я рад, что мы выиграли. Вот, игра была тяжелая, выше лидию, как, ну, видно уже, что каждая команда борется, никто просто так очки не дадет, вот, поэтому после поражения от Белшины мы настраивались серьезным образом, потому что стена была как-то реабилитироваться после поражения, вот, старались как можно больше забить, но я рад, что мы выиграли. Всегда неприятно проигрывать, я думаю, тем более Гомель, такая команда с амбициями, которая всегда хочет побеждать, вот, ну, тренерский штаб указал нам на ошибки, как бы где-то что-то мы исправили. Я думаю, что в этой игре мы показали, на что мы способны, и то, что мы можем бороться с каждой командой. Сегодня, если оценить два тайма, какой запомнился больше с точки зрения игры нашей команды? Да, я думаю, ну, первый тайм как-то мы больше играли на мяче, больше контролировали. Вот, удалось забить первый мяч, затем другой. Но во втором тайме уже немножко где-то психологически мы просто играли по счету и как бы ждали, искали свои моменты впереди. Но я думаю, что, ну, как по мне, для меня первый тайм более как-то запомнился больше, потому что все-таки набрал первое результативное очко выше лидии. Вот, и рад, что мы выиграли. Сегодня показалось, что была довольно-таки жесткая борьба, игра. Показалось ли себе так? Ну, я же говорю, что каждая команда не дарит очки, все борются до последнего. Неважно, как складывается игра, проигрывает или выигрывает команда, все равно все бьются до последнего, никто не уступает ни на каждом участке поля. Поэтому я думаю, что нет простых игр, и все бьются.